Сегодня, приходя в аптеку, брещане все чаще, помимо витаминов и витаминных комплексов, спрашивают противовирусные препараты. Дождливая холодная осень подбирается к областному центру Брещины, а это значит, что и сезон кашля, насморка, головной боли и температуры не за горами. Но аптечная сеть города над Бугом уже находится в состоянии полной боевой. На 100% укомплектована необходимыми препаратами, чтобы дать решительный бой ОРВИ и гриппу. Сезон обращения увеличились. Это абсолютно в естественной сезонной норме. Никакого ажиотажа на сегодняшний день нету. Все, в общем-то, в логичных, допустимых нормах. Но наши специалисты вовремя всегда окажут консультацию первичную. Если есть необходимость обращения к врачу, обязательно обратят на это внимание посетителя и рекомендуют получить консультацию более глубокую и назначение врача-специалиста. Провизоры и рецептары всегда готовы прийти на помощь людям, дать совет, рассказать, как принимать тот или иной препарат, подсказать, к какому доктору можно обратиться. Однако, акцентируют, любое лечение необходимо проводить под контролем специалистов. Помните, грипп – это вирусное заболевание, и лечить его антибиотиками нельзя. Стоимость курса лечения при острых респираторных вирусных инфекциях приблизительно варьируется от 6 до 12 рублей, возможно, немножко и больше. С целью доступности лекарственных средств населению в аптеке осуществляем скидку 5% на лекарственные средства отечественного производства пенсионерам, инвалидам всех категорий, детям до 3 лет и многодетным семьям. Болезнь проще предупредить, чем потом лечить. Касается это и ОРВИ с гриппом. Помощников в деле немало. Здесь и домашние бабушкины рецепты, и закалка организма на пару с витаминизацией, и грамотный подбор гардероба. Есть еще один способ – вакцинация. Не так давно препараты для ее проведения были привезены в город над Бугом. Сегодня у всех желающих есть возможность сделать прививку. А если в таком многообразии превентивных мер вы растерялись, на помощь всегда готовы прийти специалисты. Консультация врача по вопросам сохранения здоровья лишней не бывает.